вы на русском, я на русском, значит, я сейчас задам вопрос. Да вы на армянском будете переводить потом? Нет, потом на русском. Вы из какой части Армении? Из Инчевана? Из Еревана, не из Еревана. Потому что я кому не случайно все из Инчевана. Я долго работала в Армепресс. Значит так. У меня только дедушка из Гарса был. У вас все время говорится о том, что надо сохранять мир, нам нужен мир. Но почему-то все ваши действия говорят о противоположном. Ну, ответ очень простой. Территория-то моей страны оккупирована. Ответ как раз-таки очень простой. Такие выражения только на камеру надо делать. Ответ же очень простой, потому что территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Вот что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана? Извините, вот скажите, извините, пожалуйста, извиняю. Почему вы считаете, что это ваша территория? Это армянская, искренне армянская территория. Ой, какую часть считается искренней? Все то, что было захвачено? Арцах – это армянская территория. Кто сказал? Оно же называется знают. Карабах, значит, который в переводе означает. В переводе означает что? Черный сад. Черный сад? Перевод на азербайджанский. Это Карабах называется, да? Черный сад. Господин Мамедяров, я слежу за вашей телекомпанией CBC. И часто там встречаются вот такие выражения, что Ереван наш, ереванское ханство. И сейчас они... Не нервничайте, самое главное не нервничайте. Что? Не нервничайте, самое главное. Вы становитесь эмоциональны. Становится очень эмоционально для журналиста этот самый. Не, про такую тему, конечно, не пожалуйста. Ладно, остальное в Москве давайте. У нас самолет начинает движение. Все, хорошо. Увидимся в Москве тогда. Давайте.